Готовится Мурат Али Улу Ислам. Представляет ударник на Алексеевской. 1998 года рождения боксер. 4 месяца занимается боксом под руководством Георгия Матвиенко. Сегодня проводит свой первый бой. Его соперник из синего угла Максим Теплинский. Представляет ударник на Кожуховской. 1989 года рождения спортсмен. 6 месяцев занимается боксом под руководством тренера Александра Харченко. Сегодня так же, как и его соперник, проводит свой первый бой. Вот и все.
дал приготовиться боксеров шестой пары Зейрали, Эдем, Билей, Тарас. Здесь работает. Сам к нему, тут же к нему.